Так, ну что, друзья, всем привет. В общем, сегодня решил я сыграть инкогнито с Димой. Здесь фристайл, первый слот, он сейчас в стриме. Откроет таблицу, я сейчас покажу второй монитор. Давайте посмотрим, что там у нас. Ага, 390, о, так это 85-е? О-хо-хо-хо-хо, я так давно на 85-е не играл, что жесть. Просто иногда приходится сейчас 83-е подыгрывать. Ребятки, показываю мониторчик, вот, алче. Лентал. Хорошо. Постараемся сделать также вырезки, которые я обычно делаю. Эту страничку я его закрываю. Полностью закрыл. Сейчас покажу еще на вебке. В общем, решил сыграть. Погнали. Подушим немного. Надеюсь, катка получится интересная. Так, шадуфинды там. Хорошо. Шадуфинды будет интересно. Можно будет что-нибудь веселить. Давайте, чё... Блин, а что? Что там что-нибудь такое прикольненькое? Я даже, если честно, сейчас и поплыл. Что взять такого прикольного, чтобы поддушить? Вот монитор у меня пустой, у меня нету ничего, никакие вкладочки не открыты. Поехали. Немножко похейтим. Даже вот не знаю, какой герой. Какого героя взять-то? Какого героя взять, интересно мне. Интересно, какого героя взять. Ну, имбу особо брать не будем. Будем что-нибудь попроще брать. Что-нибудь интересненькое. Так. Есть кто на коре хорошо играет? Сразу спросим. Может, что-нибудь повеселее возьмем. Баунти Хантер взял. АБХ, если честно, очень неприятный персонаж. Будет такое все дело. О, так а можно на Ксине, в принципе, потушить. На миду будет сначала тяжело, а потом можно будет потушить, да? Мид Ксин не выигрывает у СФа. Если даже и выигрывать, то нужно очень хорошо подзапотеть, на ошибках ловить. Сейчас посмотрим, еще один пик возьмут и будем делать выводы какие-нибудь. Можно взять БХ, можно... Ага, Свена взяли, но... БХ, то есть я хотел сказать Бонне Флетчера. Свен, это такое дело. Так, ну гол тогда. Шторма берет. Рандом. Мид идешь? Или го я встану? Там какого-нибудь керри надо такого интересного прям. Я так думаю. Я не мид. Окей, тогда мид встану. Что получается по пику там? Но го Ксин тогда хорошо, в принципе, зайдет. Там и цеплять особо нечем Ксина. Особо цеплять Ксина нечем. Поэтому пойдем на Ксине. Берем сразу вардик один. Хорошо. Ребятки, максимально прошу никого не хейтить, это дружеские матчи, это просто называется, знаете как, это называется заруба стримеров, это то, что вы у меня просили, а когда тот, я уже на трех, на четырех стримеров уже подзаписал видосы, не знаю, когда я буду эти видосы выкладывать в целом, но думаю, вы это смотрите где-то в июле где-то. Надеюсь, вам эти видосы зайдут, поэтому попрошу не хейтить ничего, просто, если что, поддержать лайком. Ко всем отношусь отлично, нормально. Никогда никакого хейта не было. По-честному, по-человечески делаем. Надеюсь, Дима тоже не обидится, то, что записал видос. Но ничего страшного, это же, в принципе, заруба стримера, я не хейчу его. Даже, можно сказать, помогаю поднабрать аудиторию, потому что у него немного хуже, чем у меня. Далеко ходить не нужно, поэтому... Нужно по чуть двигаться вместе, в одну ногу, как говорится. Как братцы по цеху. Так что, ребят, актив и поехали. Актив и поехали. Активчик. Спасибо всем за поддержку, ребятки. В общем, сегодня подзадушим немножко, а завтра будем дальше играть, как играли. Хорошо. Гоу. Будут душить, да? А чё вы не спускаетесь? Вы спускаться будете? К ним подрался уже. Хорошо. Хорошо. Монету забираем. ББ не забираем. Печалька. Хил накидываем. Хорошо. Еще хилочек. Кто-то спрашивает, хен ты или это? Неужели уже, пацаны? Так, ну вард не варик ставить. Мне что-то подлагивает. Странновато очень. Странновато, что подлагивает. Вот сейчас, кстати, стал чуть получше, мне кажется. О чем я говорил.
А, Роза летит в лицо. Я понял. Сейчас вар поставлю себе какой-нибудь. О, это что, хейт-контора, что ли? Ну, надо добить. Оп, хорош. Хорошо. Вот, мам, молодец. Пойдем через Дискорд, как обычно. У меня так подфризивает, да, ребятки? Видно, наверное, на видосе. На видосе чуть подфризивает. Ну, разозлился, СФ. Тычкует. 30 дамажными тычками. Пока не знаю, через что будем качаться. Через чайны, наверное, дефолтно. Через чайны. Каел отдаешь или нет? Ну, ребята решили, короче, зароумить этого СФа, бедолагу. Ну, в принципе, правильно. Каел будет, да? Хорош. Я не буду подставляться под Каел. Под Каел не буду подставляться. А я рановато наш начал, походу. Давайте возьмем сапог. Стик надо. Стопы. Стик возьмем. Сапог, стик возьмем. Хорошо. Да я, в принципе, сам думаю, тут выстою. Атма закидывает. На четвертом левеле возьмем свою. Сапог, стик есть. Стики сейчас будем наполнять. Вард он сразу снял. Но было глупо так, конечно, в наглую ставить. Я уже не стал там мансить. Мансить там уже не стал. Хорошо. Бадма работает чисто. Вторая смена. Сейчас можно будет, кстати, напасть. Можно будет напасть. Меня не заберешь. Хорош. Припрожочек. Дима, привет, припрожочек. Хорошо. Но СФ, сейчас ему очень тяжело будет стоять. Так, не пушим линию. Куру надо. Линию не пушим. Я, походу, уже пропушил, да? Пойдем через дискорды. Не знаю, Ксина 85, это кайф. Идем, дискорд брать сейчас. Дискорд. Первый артефакт будет дискорд. Будет офигенно. Через дискорды прям пушка, а не герой. Как-то на 83-й такое не заходит, на 85-й по кайфу прям. Не убьем с тобой его никак. Брось первый скилл в него. Первую дай, ты чё, блядь? Кто там пыжится? Ну, Дима в приоритете, конечно. Хотя, ну ладно. Окей. Дима в приоритете, ну ладно, заберем вот этого чувака. Берем нулик. Берем нулик. Пойдет он на руну, да? Не вижу его. А, все, на руне. На топе никого нету, но я думаю БХ. Надеюсь на это, что БХ. Что БХ это, блин. Бегал туда. Так, не хватает золотишки. Что там на низу? О, дубль дамага. Так, надо пробежаться. Не хватает чуть-чуть. 65 золотых. Сейчас уплотнимся просто от СФ и все. И будем по колдауну. Будем стараться его убивать. Просто по КД. Почему нет? Есть. Идет у нас Затар. Сейчас ремнанты поехала. Смело. Прям. Иди сюда, дорогой. Ладно, понял. У меня чайны залетели криво. Максимально криво. Чайны залетели. Перегазовал, получается, да? Отвратительные чайны. Задних крипов.
зачайнило. Ужас. Но сейчас будет кнопка. Можно будет one more time сделать. Хорошо. Ну, Каэлит, Каэлит, понимаю. Но нет ТПшки. Печально. Вот как чайны обосрали меня сейчас. Сейчас бы забрал бы. Но сори. Иварик. Давайте возьмем вот так ТПшечку. Надо покурить. На базу ходить надо и нападать надо. Я очень много сейчас... А, у него маны нет. Но под Т-шку лезть с такими хп не очень хочу. Потому что, скорее всего, я там сдохну. С такими хп. Магнус отошел. Да давайте дропнемся на базу. По чуть-чуть. Хорошо. На базу и обратно. Все, фармируем, приходит, убиваем. Сентряк пропал. Хорошо. Ну, можно догнать, кстати, да, по идее? Найс. Nice. Я прогулялся максимально хреново. Это минус в любом случае. Еще думал дать, не дать сейчас. Подчайним. Пойдет. Иролет. Давайте побьем. Да, жесть, развалили. Пойдет, пойдет. Максимально хреново как-то разэтываю, раскидываю кнопки. Вообще жесть, аж блевать хочется. Сорян, ребятки. Чайны почему-то не успели зафризить его. Ну, расстояние, вижен, микровижен, как обычно. Постоянно идешь, сомневаешься, давать сейчас или нет. Давать или нет, да потом уже поздно. Да пока что тяжело там. SF 03, делаем свое дело. Делаем свое дело. Делаем свое дело. Так, руны нет, естественно. Ой, на базу. Ага, SF на низ стянулся. Хорошо. Еще ТП-шку берем. Дискорд не скоро. Выколотим. Я так понимаю. Пока ковыряем. Надо было через нулик идти. Ой, нулик, через врезбенды. Аквильные. Через аквильные врезбенды. Я немного фигней занимаюсь, получается. О, там пацан. Камбэкает. Мне бы сейчас туда, да, парни? Мне бы туда. Мне бы туда. Давай так сделаем. Ля, это что там за бычилово такое? Нифига себе там происходит суета. Сэф ушел, да? Его на мид. Сэф ушел. РПХ. Я не пойду под РП. Да, жесть. Хорош. Кто-то в лесочке там стоял. Сейчас на базу пойдем. Хорошо. Имеется такое дело. Так, ну он леса колотит, да? Че не хватает, да, 900? Можно, в принципе, взять 900. Имеем. Имеем.
Ну надо на мужчину тут драться. Не успел. Но ремнантов нету, скорее всего, сдохну. Если ремнант, правда, откатится, будет вообще по кайфу. Да, печалька. ЕБ, нет ремнанта, все просрал. Но Магнус молодец там, посейвил хорошо. Надо на мужчину драться. Че у меня по левелу? 6-9 левел. Хорошо, пойдет. Так, 1-4 СФ. Пока работаем. Сейчас возьмем, скорее всего, Даста еще до кучи. Но вообще надо СФа подхейчивать. Сейчас надо смока. Возьмем смока, поставим вард. Сюда вард надо. О, СФ вниз пошел. Сейчас тоже вниз. СФ внизу. СФ внизу. У него БТХ, да? Хорошо. Давайте вард возьмем. Два варда. Хорошо. СФ внизу. Души его. У меня ремнанты кончились. У меня тупо нету ремнантов на драке. Тупо нету ремнантов. Тупо нету ремнантов. Хорош. Оп, вот так. Хорошо. Тупо нету ремнантов, пацаны. Уходим. Так, один ремнант имеется. Что там Геральт хочет от меня? Наверное, ракета летит. Ну, конечно. Что ж еще может быть? Ее хрен откатишь, эту ракету. Да, жесть. На микро-писюне ушел. А если сейчас на развороте еще я убью, это вообще горение пукана будет лютое. Давайте попробуем. Хорош. Ну это горение будет сейчас максимальное. Хорошо. Отлично. Там БХ. Но это горение должно быть лютое. Сейчас тревела возьмем. Да, поставил мне кнопку. Хорошо. Там уже пошло. Жопное горение, 2х. Но, если честно, не очень так, знаете, хотелось бы хейтить. В целом, герой у меня на данной стадии посильнее в любом случае, чем у СФ. Но СФ может под конец игры очень сильно камбэкнуть. Он и так, смотрите, у него 2-5 сейчас. Он там с Лордара забирал туда-сюда. То есть уже как бы идет игра намного лучше. Но в целом... В целом, не знаю. Надеюсь, игра получится интересная, жесткая такая-то. Там есть чем камбэкнуть, тем более мы сейчас походу... А, нет. Остаемся с Лордаром, все нормально. Так, ну надо на Б, потому что я еще и под этими, под треками. Мы на базу сходим. Базу, парни. Хотя оставим вот так ремнанта, возьмем. Тревела. И надо в смоках сейчас пройтись. Блин, вообще нужно бы дасты купить. БХ изи фраг для меня. Пока БХ не жирный, под чайнами плюс флеймом, вообще люто я буду забирать. У меня нету постоянно ремнантов. Вообще жесть. В этой катке максимально агрессивно ремнанты работают. У меня. Максимально агрессивно ремнанты всаживаю. Жесть просто. Давайте вот так вот сейчас сделаем. Вот тут. Опа, вот так вот. Хорошо. Хороший вард поставим. И будем сейчас леса колотить с ними вместе. Оп, есть. Выходим в стандартный БФ, я думаю. Ну, линка тут не поможет от БХ.
Вообще, можно манту сейчас сделать. Манту сделаем, будет пушка. Так, два ремнанта имеем, да? Отлично. По драку низ. СФ там укрепляется максимально, чтобы у него там побольше хп было. Ну, правильно тоже. Логично, чтобы не сливали. Чтобы не сливали. Молодец. Ну, удушить. Где СФ? Ладно, без СФа. Без СФа надо душить драку тут. Думал, уже стилить ремнантом или нет. СФ на топ ушел, да? Не, постынешь. Да неужели это короткая игра будет? Вы серьезно? Нет, ну пожалуйста, дайте по-интересному поиграть. Вы чё? Там муты летят налево-направо. Там вообще просто жесть, что происходит, походу. Вообще жопа. Интересненько получается. Маны не хватит мне, чтобы там улететь, знаете, ремнанты, плюс еще все кнопки раздать. Хватает мне. Добил тэшку. Значит, вот здесь где-то в этом районе сейчас. Возможно, пойдет на руну. Давайте прочекаем. Если пойдет на руну. По идее, прифражочек. Ага, в лесу двое. Мид. Без обид. Поста. Отлично. Так, где СФ? Конечно, есть подозрение, что он пойдет на низ сейчас. Но не знаю. Ребята дерутся. Да, мои подозрения, как говорится. О, там Свен, нифига себе, лук хп. Найс. Ненавижу на 85-й карте после ремнанта. Персонаж останавливается просто. Заберет, успеет. Го на базу. Я все хочу его хейтить, а тут смотрю Свен. Нужно лететь и душить прям. Йо, на базу сходим. Йо, пацаны и без меня захейтят сейчас на СФ там бедолагу. А чё, ничего не может сделать, запинали просто. Ну, с какой-то сговор, они бегают, хейтят меня. Жесть. Жестко получается. Не ремонт не оставлял, да? Плохо. Печально. Погнали пешкой. Что делать? Пешкой. Так, ну ребята сдаются, жесть. У меня и команда лютая попалась, такая, что поддушить можно. Ну, Магнусу сюда. Привет передадим. Наперед, становимся к нему. Хорош. Хорошо. Задушили. С монопулом, конечно, лютые проблемы. Вот мне тупо на прокаст хватает и все. Мне нужно 500 маны, 2 ремнанта. Сейчас восполняем ману. Скорее всего, на центральную СФ пойдет. СФ в центре убьем. И да, СФ в центре. Все, побежали резче. Надеюсь, варда не стоит. Если стоит, он уже сейчас деру дает. Понятное дело. Скорее всего, стоит. И все сейчас им в закрытую играть, вообще по кайфу легко будет. Если в открытую будут играть, проиграют. Просто им снайпера забаним. Подвяжем. Жалко не того, но мне вот этого надо в приоритете, ребятки. Нифига, не варик по-другому.
Вот смотрите, что сделал. Жесть. Ну, довели до Лива, но не знаю. Просто интересно послушать его комментарии, почему он так сделал. Это ГГ. То есть 18 минут продержались. Вот я не знаю, если честно. Вот я пишу эти игры, типа, ну, знаете, инкогнит от эти зарубы со стримерами. И, короче, ну, не получается писать нормально. Не получается, потому что ливают пацаны тупо. Я хз, я не скажу, что я настолько жесткий, но... Типа, смысл в том, что получилась такая вот 19-минутка. Ну, это же бред. Это же просто бред. ГФФ, напишем. Хз. У всех такие игры бывают. Это ФФ. Это просто ФФ. Я не буду вот эту тему. Хэн, ты какой хэн? Не знаю. Типа, надо вообще не отвечать на такое, потому что сразу будут говорить. А, это точно хен. То есть ты... Если я скажу, кто, то это уже палево такое, что-то типа я, да? Нет. Я думал, катка будет интересная. Ну, Дима ливнул. Окей. Такое себе. Заходи против Янса. Янс уже был, брат. Янс уже был. Ребят, ну короче, доколачиваем катку. Доколачиваем катку. Давайте. Если ребята ФФ не пишут, то надо тут заканчивать. Надо заканчивать. О, там БХ работает. Вот так подвяжем. Ага, подвязали мы. Проверяй. Ладно, вот этого заберем. Ну, примем весь удар. Я не думаю, что он меня сольет. Так, сделаем. Хорошо, дабл-куль. А дабл-куль это хорошо. Дабл-куль это хорошо. Вот так вот, пацани. Пишите в комментариях, ребятки, обязательно с кем еще сыграть. Может, есть еще какие-то ребята. Может, ноунеймы какие-то там по 500, по 1000 подписчиков. С радостью сыграю с этими ребятами. И проведем интересно время. Это HNSF. Ля, как они? Откуда они вот эту тему? Какую тему? Откуда они эту тему знают, лол? Почему знают этот аккаунт? Этот аккаунт вообще инкогнито. Жесть, вы чё? Хорош. То надо бежать. То надо бежать. У меня ракета ремнантов нету. Эх, не успел, прикинь, забрал бы сейчас. Это HNSF. Хз как пишет. Это HNSF. Да не HNSF это. Почему хен и сэп? Неужели я прям настолько жестко там что-то делаю? Под мамой не все сделал, я ни хрена не делал в этой игре. Мое дело просто там кнопочки чуть-чуть понажимать и все. Жесть. Мне главное закончить до того момента, как он не удалит стрим. Потому что если он удалит стрим, это типа ну ГГ. Это ГГ. Будет. Не дал Дима похейтить, сразу вышел. Ну такое. Ребят, заканчиваем катку. Заканчиваем. Сейчас пойдем на Б слетаем. Тушанем. Стойте тут, захилю. Хорошо. Ломаем контору. О, я прогулял. Ну, ладно, пойдет все равно. Пойдет все равно. О, ХРП отразил. Ну, ультракил на вставочку, можно? Хорош. РП чисто микротаймингом. Есть. Давайте додушим уже. Чисто как на мясо на этого СФа. Но я хз.
Честно, ребят, по этой катке я ничего сказать не могу. Тут нифига не понятно, просто такое себе получилось. Такое себе. Надеюсь, стрим он не удалит. Главное подвязать и все. Дальше задушится. Доламываем, доламываем, давайте, давайте. Не хотят сдаваться, почему-то до конца тянут эту игру. До конца тянут эту игру, я хз. Честно. Я хз. Странно. Ладно, дефолтом покомментим. Ребятки, пойдемте по низу, наверное. Низ будем заканчивать еще. Погнали, низ. О, подлагал. Надеюсь, это не лиф. Ну-ка по низу. По низ. Тогда будем доигрывать катку. Если ребята не доигрывают ее, эту катку, то мы доиграем. Печально, конечно. Печально, конечно. Так, внизу сейчас скрипчиков сметаем с фиста. Ребятки, продолжение гайда у нас на Ксина идет, как говорится. БФ офигенная вещь для Ксина. Еще если подстакивают под ремнантами здесь. Но тут катка настолько активная была, что я не успевал стакать, поэтому не вижу смысла. Оставляем одного ремнанта тут на всякий случай. Потому что, возможно, сейчас будем дайвить. Ребятки идут, я крипов сразу сметаю здесь. Оп, хорошо. Ломаем крипов, ждем ребяток. Два БС статы не дают. Забавно. А должны давать. Там же солбустер. Странная тема. Вот это баг, кстати. Не меняется, да. Такое. Так, ну что, идем в хайграунд. Погнали. Подвяжем. Let's go душить. Хорошо. Бедный Гирыч. Бедный Гирыч. Ломаем, ломаем, ломаем. С двумя сторонами полегче будет сейчас сломанными. Крипы быстро сломают. А что тянуть на катку? Катка получилась. В принципе, все. Первые 18 минут можно посмотреть, а дальше же нечего смотреть. Не знаю. Ребятки, по раскачкам на Ксине я качаюсь всегда по-разному. Стараюсь как-то, ну, хз. Можно качаться через чайны. Если ты хочешь через Дискорд, а Дискорд что делает? Некоторые ребята не знают, что делать Дискорд. Дискорд снимает резисты. И с, так сказать, улучшенными вот этими резистами можно прям вещи делать. Вы берете, просто прыгаете, пару кнопочек нажимаете, и все. А я думал, у меня летит, лол. Лол, думал, у меня летит. Пару кнопок нажимаете, так как у нас почти все кнопки, а именно первый, третий ультимейт у нас, это магия чисто, и Дискорд отлично заходит. Докупаете просто к этому еще дополнительно какие-то способности. И бабахаете вот так вот, и все. И бабахаете. Хз, наколотили фрагов, а толку? То, что я хотел, я не получил, к сожалению, не знаю. Но я скину. Я обычно за такие катки кидаю донат. То есть, ну, если я инкогнито захожу кому-то, я закидываю донат. С Янсом я хорошо поиграл, с Нагингом тоже хорошо поиграл. А с Димой, ну, Дима ливнул. Тут я, наверное, рублей 150 от силы закину, и все, больше закидывать не буду, потому что, типа, контент как бы был, но как бы он не удался, можно так выразиться. Хз. Можно так выразиться. Так что я за такие катки бабки закидываю, ребятки, если что. Я вам говорю, опять-таки, если есть какие-то ноунейм стримеры, буду рад кому-нибудь из этих стримеров помочь. Записать видосик такой инкогнито, так что пишите в комментах. Не пишите там, подпишитесь на канал, а именно попробуй сыграть с этим, если что, пишите. Если что, я так немножко попиарю ребяток. То есть смысл таков, что и донатик закинуть, и попиарить ребятам приятно будет. И, в принципе, я считаю, что это правильно. Так что, ребятки, вот такая катка у нас вышла на Ксине против Димы. Ну, хз. Дима, наверное, обидится. Да не обидится он, я ему донат закину, что он обижаться-то еще будет. Еще бы обижаться сейчас на то, что донатят, да? Так что такая катка, ребятки. Досматривайте еще катки какие-нибудь. На канале очень много игр и с подписчиками. Ой, с подписчиками. И с зарубы стримеров различные. И есть у нас еще гайды, различные рубрики. А что если? Поэтому, ребятки, посмотрите. Зайдите на канал. Гляньте. Может, кому-то что-то и понравится. На этом все, друзья. С вами был Ксаназис. И до скорого.
Ливнул. Значит, дам донат ниже положенного. Слэш Б, подчеркивание, алчмист. Успехов, Дима. Да, знакомых становится все меньше и меньше. Жесть, странная штука. Кого от кого, но от этого чела я точно не ожидал с ним снайпинга. Я уже вообще ничему не удивляюсь. Один одно время за стрим снайпил. Ладно, помирились. Второй решил заняться благим делом. Ай, ладно, что тут сказать. Коль началась такая грязь, надо забить просто большой болт. К 30-й минуте хочу 6-слотовый выползти, убить всех и все, и закончить игру.